Всем привет! Меня зовут Таня, вы смотрите канал «Атмосфера и счастье». И сегодня, наконец-то, фикс-прайс и много-много моих покупок. Причем покупки будут интересные, классные, в то же самое время выгодные, все как мы любим. И плюс еще этот ролик – это не просто распаковка покупок. Всем этим я пользовалась, все это я тестировала, поэтому я вам расскажу плюсы, минусы и расскажу, стоит ли покупать тот или иной товар. Поэтому приятного вам просмотра и начнем! Первая покупка к отпуску – это купальник. Стоимость товара 249 рублей. И в фикс-прайс сейчас завезли шикарные детские купальники. Ну, как и в прошлом году. Я в прошлом году тоже покупала, просто поменьше размера. Они красивые, удобные и даже качественные. И хочу обратить ваше внимание на то, что купальники, несмотря на одинаковый состав, разной степени эластичности в зависимости от дизайна. Состав 95% полиэстер, 5% лайкры. И я для своей дочки выбрала очень стильный вариант с фламинго. Ну, на мой взгляд, это очень красивый дизайн, хотя там они все были очень милые. Взяла ростовку 128, потому что это максимальный размер, который я нашла в магазине. И сегодня рано утром мы с дочкой устраивали примерку, она примеряла на пижаму, вы не удивляйтесь. И рост у нее 132 сантиметра, возраст 7 лет. И вот эта ростовка 128 сантиметров села на нее просто отлично. Резинки здесь нету, тугие, все отлично тянется, как я говорила, да, сама ткань эластичная, тоже тянется прекрасно. На худеньких девочек, для худеньких девочек, просто идеальный вариант. Такого слитного купальника, они не выгорают на солнце очень быстро, и, конечно же, мне и швы нравятся, и качество пошива, и дизайн, и цена меня тоже, конечно, радует. Эту покупку я, конечно же, рекомендую, но размеры очень быстро разбирают, и если вам понравился купальник, то я рекомендую побыстрее посетить магазин и приобрести. Также интересную и полезную новинку завезли в магазин FixPrice. Это держатель для телефона или планшета в машину для подголовника. Стоимость данного товара всего лишь 199 рублей, хотя я точно такой же держатель, такого же качества и такого же дизайна, вида и цвета видела на Озон за 600 рублей. Изготовлена она из пластика, собрала я ее по инструкции очень легко. Крепление надежное, есть мягкие боковые зажимы, которые не повреждают устройство, и подголовник тоже царапан не будет в месте крепления, потому что там есть резиновые прослойки. Также есть механизм вращения на 360 градусов, есть отверстие для подключения зарядного устройства или наушников, подходит для любого типа подголовников, ну и черный цвет не выделяется в черном салоне, конечно, мне и цвет понравился. Здесь два пружинных механизма, и оба они достаточно крепкие, и купила я, конечно же, специально этот держатель в машину для детей, потому что мы, в принципе, очень часто передвигаемся на авто. И также нам предстоит сейчас очень длительная поездка, поэтому специально, чтобы мультики включать девочкам, я купила вот такой держатель. Действительно, вещь необходимая, если у вас есть дети, особенно в машине, мне кажется, что нам точно пригодится. Также у нас закончилась зубная паста. Я увидела очень интересную новинку, которую я тоже вам буду рекомендовать. Даже новинки. На полочках FixPrice появились натуральные зубные пасты, еще и с безопасным составом, с натуральными травами в составе, магия ботаники от известного производителя Президент, про который я уверена, что все слышали. Там было всего 3 вида зубной пасты из этой линейки. Я купила комплексный уход, целебные травы, василек и мята. Масса 70 грамм. Паста, кстати говоря, была зафольгирована. Сама консистенция пасты густая, расход экономичный. Паста очень приятная на вкус, она умеренно мятная, умеренно такая сладенькая, освежает, очищает отлично. Василек в составе паста обладает увлажняющими и антибактериальными свойствами. Сбор целебных трав оказывает комплексное воздействие на здоровье зубов и десен. И вообще хочу сказать, что, конечно же, бренд производителя Президент я знаю очень давно. И, конечно же, я ему доверяю. Поэтому я, когда увидела, тем более, такую бюджетнейшую новинку за 99 рублей, она стоит, вот эта паста, в магазине FixPrice, я сразу же приобрела. И также на самой упаковке есть информация о том, что качество зубных паст Магия Ботаника подтверждено званием народная марка, и здесь есть сам вот такой вот значок. И, как я говорила, стоит эта зубная паста 99 рублей. В следующий раз я, наверное, возьму на пробу бережное очищение. И еще какой-то третий вид был, я вам картинку вставлю.
оставлю с сайта FixPrice, посмотрите. Пасты я рекомендую, очень хорошие. Также из ухода я приобрела вот такую новинку. Это крем увлажняющий для лица и тела с пантенолом. Он идет с SPF защитой всего лишь 5, правда. Но я купила этот крем специально для рук. Конечно, на лицо я бы не рискнула его использовать. Но насколько же его приятно ощущать на теле. На ноги я тоже его использовала. Но на руках это просто сказка. За счет того, что он моментально просто впитывается, никакой пленки не остается, никакой липкости на руке не остается. Им очень комфортно пользоваться. Он действительно классно увлажняет. За счет того, что здесь в составе есть, на первых, причем позициях, касторовое масло, я видела, точно есть. Дальше пантенол есть, гиалуроновая кислота тоже в составе есть. Увлажняет прилично, увлажняет классно. Единственный минус у этого крема, на мой взгляд, это не очень приятная, лично, на мой взгляд, не очень приятная отдушка. А так формула невероятно легкая, очень-очень понравилась, поэтому я этот крем рекомендую. Стоит он 79 рублей за объем 100 мл. Также классный крем-мыло я купила с розой. Стоит он 59 рублей за массу 135 грамм. Он нереально просто пахнет. Я очень люблю классический аромат мыла, как в моем детстве. И это мыло от завода братьев Крестовниковых. Это мыло идет на основе натриевой соли, натуральных жирных кислот. И чаще всего в других магазинах данное мыло стоит всегда дороже. Мылом у меня очень любит мыться муж. И чаще всего мылом мы купаем детей. И также для купания детей я приобрела новые губки. Но больше даже не то чтобы для купания. Я купила специально в поездку взять с собой. Одна губка стоит 39 рублей 50 копеек. И так как у меня двое детей, купила сразу две губки. Как я говорила, купила специально взять с собой в отпуск. И вообще, я в поездку купила очень много всего интересного, так что ожидайте, скоро будут новые ролики с огромными просто распаковками, в том числе и покупка одежды, в том числе вот этот топ я вам тоже в покупках покажу и распаковки. Могу и здесь, кстати, если кому-то понравился на мне, оставить ссылку, это у меня размер S. И в этом ролике я тоже поделюсь с вами одной находкой, которую я специально приобрела и заказала для отпуска. И это ортопедическая подушка с Polox. Я от этого бренда заказываю подушку повторно, потому что у нас есть классическая их подушка, и она очень классная. Но вот эта модель, она специально создана для тех, кто любит спать на боку. А я обожаю спать именно на боку, еще и руки определенным образом складывать. И форма этой подушки как раз идеальна для меня. У нее причем необычная форма, я думаю, что вы это видите. Как будто под меня делали, в общем, она такая мягкая, невысокая. На ней очень комфортно спать как на спине, так и на боку. А еще она же анатомическая. Это означает, что она поддерживает форму тела, особенно шеи и головы, и позволяет мышцами, суставам расслабиться и снизить напряжение в области шеи и позвоночника, чтобы не болела шея после сна или позвоночник, поясница не болели. Также она с эффектом памяти, и когда ты переворачиваешься, она сразу же адаптируется к новому положению. Подходит идеально для разного типа телосложения и практически для любого возраста. А еще я на ней остановила свой выбор, потому что она сразу идет в красивом бархатном удобном чехле с завязками. Потому что я ее взяла специально как такой вариант, который я буду возить с собой. Это будет моя специальная такая подушка в поездке. Для того, чтобы просто в поездке тоже обеспечить себя комфортным сном. Подушка легко сворачивается, убирается в этот чехол, и когда вы ее вынимаете, она сразу же моментально принимает свои прежние формы. И также у этой подушки есть съемный чехол, который можно легко снять и быстренько постирать. И даже у внутренней подушки там есть внутренний чехол, который тоже можно вытащить и постирать на молнии. Очень все продумано, очень все удобно. И, как я говорила, да, всегда удобно брать с собой в любые поездки. Поэтому, если вам нравится спать на боку, на спине преимущественно, вы спите особенно на боку, то я думаю, что это тоже подушка для вас может стать находкой. Я заказывала на Валберес, ссылку в описании обязательно оставлю, поэтому переходите, знакомьтесь, отзывы читайте. Ну а я продолжу дальше своими покупками FixPrice, потому что это же еще не все, я вам сейчас что покажу-то. А вот она красота, я девчонкам своим повторно приобрела трусики. Они просто обалденные и за такую цену просто находка. В прошлый раз я купила только две штуки, потому что сомневалась в качестве, но они оказались такими легкими, комфортными, удобными. Рисунок и цвет не выстирывается, материал не деформируется, они не растянулись, резинка причем не давит. Поэтому теперь я купила
купила сразу 4 штуки. И мне еще очень нравится, что у них классные дизайны. Также, конечно же, нравится и качество пошива. Состав 96% хлопка, 4% эластан, сделано в Кыргызстане. Стоимость этих трусиков всего лишь 79 рублей. Ну, конечно же, я их рекомендую. Классные, красивые. Следующие новинки – это декоративные корзинки Salvia. И это, на мой взгляд, очень-очень даже классное качество. Мне они так понравились, что я сразу купила 2 штуки. И стоимость одной корзинки – 249 рублей. Мне понравился дизайн, очень приятные оттенки, полупрозрачный пластик. Ручки очень симпатичные, золотые. И вообще, мне кажется, что это красивое сочетание. Коричневый плюс золотой, такой темно-зеленый плюс золотой, синий плюс золотой. Там как раз таки дизайны, оттенки были разные. И все оттенки не яркие, очень сдержанные. Выглядят стильно, ничего лишнего. И примерные размеры 28 см на 21 см на 10 см. Корзинки эти я рекомендую, они мне понравились. И в ванной пригодятся, и на кухне. Я их купила специально у входа поставить на стеллаже, складывать сюда разные мелочи. Ну а вы делитесь в комментариях, как вам такие корзиночки. Ну согласитесь, да, что они очень милые и действительно классные по дизайну. Внешне выглядят прям супер. Следующий must have и то, что я однозначно точно буду вам рекомендовать, это специальные вешалки для брюк, они называются. И я вам могу сказать, что я раньше тоже покупала подобные вешалки Fix Price пару-троечку лет назад, но за это время их качество реально повысилось. Я очень люблю шорты, юбки, особенно легкие брючки, которые быстро мнутся, не складывать, а вешать на вот такие вешалки. И не нужно перед выходом каждый раз гладить вот эти складочки. Набор из 2 вешалок, причем стоит всего лишь 79 рублей, поэтому Танечка купила сразу 3 набора. Состав здесь нержавеющая сталь, ПВХ и полипропилен, изготовлено в Китае. И эту покупку, конечно, я тоже рекомендую. Прищепки, кстати, очень крепкие и очень тугие. Здесь пружинки, и они прорезиненные на концах, не будут портить одежду. Ну и хотелось бы отметить тот факт, что эти прищепки, они немножко ездят, но с трудом ездят, поэтому ширину вот этой талии брюк, шорт вы можете регулировать пошире, сделать поуже, это тоже очень-очень удобно. Следующая новинка в линейке Kitchen — это складной дуршлаг, стоит 149 рублей, я купила с длинной ручкой, потому что у меня такой вариант дуршлага складывающий, который я, кстати, тоже покупала в магазине Fix Price, наверное, года 4 или 5 назад. И до сих пор он функционирует. Кстати, он до сих пор работает, рабочий. Просто он очень старый, и я решила его просто обновить на похожий дуршлаг. Потому что он невероятно удобен в использовании. Особенно вот эта длинная ручка. Я ее специально купила. Хотя есть с короткой ручкой. Я вам картинку вставлю, вы увидите. Может, кому-то больше понравится другой вариант. У меня просто этот дуршлаг идеально встает на мою вторую мойку, которая более узкая. Я всегда в ней промываю ягоды, фрукты, овощи. Особенно зелень очень удобно промывать в ней. И, конечно же, за счет того, что она складывается, она очень мало места занимает, и это не может не радовать. Состав: полипропилен, термопластичная резина. У прошлого моего дуршлага, по-моему, точно такой же был состав, и такое же было качество, такие же материалы, и даже внешний вид такой же, просто расцветка чуть-чуть другая, оранжевая с белым. Может, кто-то даже помнит. Я его использовала в том числе даже для слива горячей воды, и у меня ничего там не потрескалось, не поломалось, не полопалось. Поэтому я этот дуршлаг тоже вам рекомендую. Надеюсь, он будет такой же классный, как и мой предыдущий. Актуальная новинка для лета – это формы для льда. Мне очень понравился тот момент, что в отличие от, например, пакетов для льда, это многоразовые формочки. И они идут в форме полукруга, и низ у формочки силиконовый, то есть можно выталкивать лед поштучно и не трясти всю форму целиком. Купила специально замораживать кипяченую воду для того, чтобы разбавлять горячие напитки детям, потому что летом это особенно актуально. Я надеюсь, что лето все-таки будет у нас жарко и будет очень-очень горячо и солнечно. Состав: термопластичная резина и полипропилен. И стоимость данного товара 62 рубля. Тоже рекомендую. Очень удобная формочка. Еще очень интересная новинка – это удалитель наклеек. Впервые увидела в магазине
AliExpress природный растворитель, который обещает 100% результат. И это средство, я проверила, оно реально работает, представляете? И на наклейках работает, и на следах от наклеек. Нужно его распрыскивать с расстояния примерно 20-30 сантиметров, оставим на 2-3 минуты. У нас вот в ванной, например, очень сложно убираемые наклейки, уже несколько висят лет, у меня все руки не доходят до них, потому что очень тяжело убираться, вот на самом деле я чем только не пробовала раньше, потом забила просто, и я на них попробовала, оставила минут на 5, потом терла такой более жесткой мочалкой, и наклейки на самом деле начали отходить, ну не начали, они отошли, и следов от них не остается, поэтому я вам это средство рекомендую, проверила, действительно работает, стоимость 149 рублей за объем 210 миллилитров, единственное, в закрытом помещении вы будете очень сильно ощущать эту отдушку, она очень активная и не могу сказать, что приятная, ну и не неприятная, не какая-то супер химическая, ну в общем терпимо, но детей лучше попросить выйти. Купила также Снегурочку бумагу для работы и также девочкам тоже своим, потому что я уже не успеваю покупать альбомы, если честно, для рисования, потому что у меня особенно старшая дочка, я уже много раз говорила, как много она у нас рисует, не напасешься альбомов, действительно, она сразу их разукрашивает, раскрашивает все там. Стоимость 299 рублей, ну обычная бумага для офисной техники. И как раз для рисования я купила старшей дочке набор цветных гелевых ручек, и это просто находка. И это тоже повторная моя покупка, потому что у меня дочка эти ручки просто обожает. Я подобный набор покупала, наверное, пару месяцев назад, и Сонечка постоянно их использует в своих рисунках. Блики там на глазах рисует, снег, какие-то разные мелкие детали. Я вот принесла вам показать кота, который у нас висит, и вот здесь вот вы видите, у него зрачки, но я вам потом ближе покажу. Если не видно будет, носик там, ушки, на глазах вот неоновый, например, зеленый плюс серебристый и белый даже цвета. Вот это все штрих, все эти неоновые блестящие ручки дочка у меня всегда использует в своих рисунках, дополняет, она не пользуется чем-то одним, например, только красками, только фломастерами, она берет себе все, в том числе вот эти ручки, и постоянно использует в своей работе. Эти ручки я очень рекомендую, прошлый набор немножко отличался. Здесь, например, только блеск плюс неон по 7 штук эффектов. Я вам тоже покажу, как они вообще выглядят, как они рисуют. Сводчи покажу. А в прошлом еще были с металлическим эффектом ручки, и тоже 14 штук. И стоимость этого набора 99 рублей в магазине FixPrice. Ну, конечно же, я рекомендую, особенно детям, которые любят рисовать. Это действительно просто находка настоящая. Еду тоже покажу. Из еды я купила Барни большой из 8 бисквитов, стоит 139 рублей. Также купила фунчозу по 99 рублей от Сенсой. Также еще, кстати, появилась от бренда Ботаника, появились фисташки неочищенные, жареные, соленые, 50 грамм, цена товара 59 рублей. Нормальные фисташки, самые обычные, тоже вам, когда открывала, это было давно, правда? Вот, я вам засняла показать, какое количество и в каком качестве они вообще, как выглядят. Также еще от фабрики кондитерской Победа я купила мишки в лесу, вот такие шоколадные конфеты. Они, кстати, понравились мужу моему и старшей дочке, сказали, что очень вкусные конфеты. Но я такие в других магазинах тоже приобретала, покупала, стоимость 124 рубля за массу 250 грамм. Если любите эти конфеты, знайте, что они появились сейчас в магазине FixPrice. Также из нужных, необходимых покупок у меня здесь есть еще батарейки. Эти наборы идут пальчиковые, мизинчиковые наборы по 4 штуки за 149 рублей, по 149 рублей каждая, и 59 рублей вот такие вот в форме таблеточки, набор батареек алкалиновых, которые я использую в микрофоне, в который я сейчас говорю, и вы меня слышите хорошо. Еще, кстати, появились очень крутые развивающие наборы по 124 рубля детские. Набор изготовлен из фанеры, очень качественный и полезный. Конечно, этот набор не для взрослых детей, но моя младшая дочка, ей пока 4. Как
какое-то время поиграла, и все эмоции мы с ней разобрали, она их собирала, называла. Это очень интересный вариант подарка детям чуть помладше. Это развивает память, интеллект ребенка, улучшает мелкую моторику. Были и другие наборы в этой коллекции. Мне кажется, что такие наборы больше заинтересуют, наверное, специалистов, которые с детьми работают, потому что когда ты своему ребенку покупаешь вот такие наборы, это, ну, минут на 10 и на пару раз поиграть, потому что ты разобрал эмоции, и все, ты складываешь, убираешь куда-то в долгий ящик, либо больше вообще не прикасаешься, потому что все изучили, да, ну, пару раз вспомнили, все. А специалист, он с разными детьми работает на одном и том же материале, поэтому, может быть, кому-то это действительно будет вот как идея. Представляете, в магазине Fix Price появились ароматизированные губки для мытья посуды, цена товара 59 рублей, и они мало того, что выглядят очень симпатично, согласитесь, да, вот такие бело-розовые губки очень мило выглядят, ну и реально они пахнут очень приятно, у них такой нежный тонкий аромат, я купила с ароматом клубники. И еще из разных полезных, ну не то что полезных, я не могу, конечно, сказать, что пакеты это полезно, но мы ими пользуемся, никуда от этого не деться. Пакеты для заморозки я купила по 59 рублей, Bon Home с завязками, которые я просто обожаю использовать, в принципе, и не только для заморозки. И пакеты для мусора я всегда беру именно с завязками, объем 60 литров здесь. Они вроде бы тоненькие, да, вот эти пакеты, но они достаточно прочные. Все, по-моему, я вам все показала. Это были все мои покупки в магазине Fix Price. Я очень надеюсь, что вам этот ролик понравился, он был вам полезен. Обязательно делитесь в комментариях, что вам захотелось приобрести, что вы уже покупали из того, что я вам показывала. И оставляйте свои отзывы, это будет полезно всем моим зрителям почитать и услышать не только мой отзыв, но и послушать мнение со стороны. Заранее огромная благодарность вам за вашу обратную связь, за комментарии, за лайки, за вашу подписку и за ваше внимание, конечно же. На этом я с вами прощаюсь. Всего самого наилучшего. Пожелаю вам приятных, выгодных покупок и до новых встреч в моих новых роликах. Пока-пока!